Пошли за покупками. Супруга в один отдел, я в другой. Через 15-20 минут получили от оперативника работника, как выяснилось, звоночек на телефон. Телефон указан на машине, что ваш автомобиль вскрыли. Поход за продуктами пенсионерам пришлось прервать. Вернувшись на парковку после звонка сотрудника полиции, они обнаружили отсутствие в машине сумки с документами и личными вещами. Скрыться с похищенным подозреваемый не успел. Его задержали на месте совершения преступления. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратову по подозрению в совершении кражи на территории Кировского района по горячим следам задержан 52-летний гражданин. Установлено, что при помощи специального устройства он открыл автомобиль на парковке, откуда похитил имущество владельца. Ущерб составил около 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее неоднократно судимый мужчина после возвращения из мест не столь отдаленных якобы пытался устроиться на работу. Но после очередной попытки понял, вариант с легальным заработком его не устроит. А вот легкие деньги – это то, что нужно. После этого и приобрел так называемый сканер. Открыл машину и залез. Все. Чем открывали? Сканером. Мне без разницы, какая машина была бы. Просто ее поймал. Он же не каждую машину ловит. Там на определенную сигнализацию ловит. Что взяли? Пакет, но я даже не видел, что там было в пакете. Все. И меня приняли. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.